Всем цветочный привет от Адувана. Сегодня у меня короткое видео о пикировке рассады перцем. Но точно так же и на таком же этапе развития я пикирую и томаты. В этом году я посеяла только острый перец под названием Purple Tiger. Это острый перец, но люблю я его не за остринку, а за декоративный внешний вид. На жарком солнце его листья становятся практически фиолетовыми с белой варикатностью. Сиреневыми плодами в начальном этапе развития и под конец созревания с ярко-красными плодами. Фото плодов вы увидите в конце видео, а сейчас возвращаемся к рассаде. Пикирую перчик я на этапе семидолек и заглубляя саженец по эти самые семидольки. На этапе пикировки я использую торф с перлитом, а при дальнейшей перевалке растения в тару побольше буду уже брать грунт с грядки. После пикировки я один раз полью саженцы удобрением для лучшего наращивания корней. У меня это Petters с формулой 10-52-10. Когда саженцы оплетут земляной ком в стаканчике полностью, перевалю в тару побольше. Если вас интересует больше о том, как я выращиваю огородные культуры, у меня на канале есть папочка «Сад и огород». Приятного просмотра и богатого вам урожая!